Юный Збё стал писать мрачные вещи очень рано. Учителя начали на него жаловаться еще в младших классах. Автор оправдывался: «Я тоже писал сочинения про прогулки в лесу. Просто с них никто не возвращался». Так что стоит ли удивляться, что во взрослом возрасте Юный Збё стал известен именно как автор детектива. Со своим героем, высоким, угрюмым, вечно поддатым полицейским Харри Холли, он живет уже 17 лет и, кажется, ни капли от него не устал. Я писал рассказы о других героях, но он всегда возвращался к Харри. Мы с ним уже как лучшие друзья. В нем есть и плохое, и хорошее, и мне это нравится. Он, конечно, не идеален, но он всегда действует из лучших побуждений. Биржевой маклер, журналист, солист рок-группы, писатель. Переводов полиции с нетерпением ждут издатели и читатели более чем 100 стран. В прошлом году Юный Збё даже получил престижную премию «Пер Гюнд» за создание положительного образа Норвегии в мире. Они думают, что полицейских убивают, потому что их кто-то ненавидит. Они еще не поняли, что все наоборот, что охотятся на апостола справедливости, на того, кто должен наказать не только вандалов, но и тех, кто пренебрегает ответственностью, кто из-за лени и равнодушия не дотягивает до стандарта тех, кто не заслуживает звания сотрудника полиции. Мастер детектива в криминальном романе «Полиция» предлагает читателю проследить за ходом страшного расследования. На этот раз мишенью стали сами сотрудники правоохранительных органов. Новые убийства совершены с невероятной жестокостью, а у полиции нет ни единой зацепки. К тому же пропал лучший следователь Харри Холли. Но главные герои не умирают. Или все же Юный Збё решил распрощаться со своим детективом? Зайдите в любой магазин сети «Моя книга» и узнайте сами.